Автомобиль года представляет. Партнеры. Шинная компания «Континенталь». Моторные масла «Тотал Кварц». Лох тот автолюбитель, который не мечтает попасть на настоящее ралли. Думаете, это сложно? А вот и нет. Подмосковье. Полигон Академии 4х4 в Дмитровском районе. С самого утра здесь много людей и машин. Откуда-то даже слышен рев бензопилы. Никита Добровольский приехал из Санкт-Петербурга. И что сегодня здесь произойдет, он может только догадываться. Звонят и говорят, мы вас приглашаем на мастер-класс. Никита уже несколько лет участвует в голосовании на сайте премии «Автомобиль года». И никогда не думал, что однажды получит предложение, от которого не сможет отказаться. Я сначала не поверил. Абсолютно подумал, что это какая-то фейковая история. Меня хотят развести, чтобы я заплатил денег, а потом исчезнуть. Вот. А тут нет. Правда. Присылают билеты. Я отпрашиваюсь у начальства. Приезжаю сюда и до сих пор не могу поверить, что это происходит со мной. Всего через полчаса для Никиты и еще нескольких человек начнется испытание. Что же приготовили организаторы? Сегодня мы с вами будем проходить испытания на великолепных автомобилях Volkswagen Amarok. Посмотрите, вот они. Здесь все по-настоящему. Это ралли. Краткий инструктаж, короткий медицинский тест, и команды выходят на старт. Против Никиты Добровольского два экипажа – Сергея Захарова и Владислава Кашина. Они тоже участники голосования «Автомобиль года». И для всех подготовлены пикапы Volkswagen Amarok. Мастер-класс называется «Приручи волка». Ведь Amarok в эскимосской мифологии – огромный волк, а внедорожник – машина-зверь. Никита уже оценил ее в пробных заездах. Мастер-класс разработан руководителем трансазиатской и полярной экспедиции Amarok Алексеем Симакиным. На адреналине очень классно, отличное впечатление, машина тянет. Ты прям чувствуешь, когда нужно поддать газу, просто нажимаешь газ, и она прям вытягивает все повороты. Спасибо, кстати, шинам «Континенталь», которые стояли на наших машинах. У меня у самого стоят на моем личном автомобиле такие же шины. Прекрасное торможение, никогда меня не подводили. Первое испытание. Скоростное прохождение раллийной трассы. Этот участок дается команде Никиты тяжело. На одном из этапов капитан привозит штрафные очки. Но еще не вечер. Экипаж по-прежнему настроен на победу. Самое главное – получать удовольствие от всего этого. Этап. Слепое вождение. Водитель проходит трассу с закрытыми глазами. Он ориентируется лишь на подсказки товарищей по команде. Никита проезжает 100 метров извилистой дороги, не задев ни одного конуса. Неужели можно праздновать победу? Нет. Для настоящих мужчин в руки придется взять бензопилу. Чуть надо еще потренироваться, пару запилов сделать. Суть испытаний. Кварно распилить дерево и разжечь факел из бревен в полевых условиях. И на этом огне приготовить ужин. Впереди подведение итогов. Как справились с заданиями другие экипажи, Никита еще не знает. Но в любом случае чувствует себя победителем. Нужно было всего лишь проголосовать. А еще, как я очень сильно жду и надеюсь, что в конце, после подведения всех голосований, я смогу получить этот автомобиль. Такая возможность есть у любого, кто проголосует на сайте «Авто года». Новый Volkswagen Amarok – это главный приз премии «Автомобиль года в России 2017». Обладателя пикапа определят в апреле среди участников голосования. А вот протестировать новый пикап можно уже сейчас у официального дилера Volkswagen в своем городе. Среди тех, кто пройдет тест-драйв и проголосует в премии, будут определены призеры, которые отправятся в тематическое путешествие в Германию. Какое место занял Никита Добровольский? Как прошли испытания его соперники? Об этом в следующих программах. Все супер. Спасибо большое организаторам, которые пригласили меня. Я, пожалуйста, голосуйте. Вы точно так же можете принять участие в этом мероприятии, так же, как и я.